Сотрудники ФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали жителя Сакского района Республики Крым. Он оказался причастен к незаконному изготовлению взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что 25-летний крымчанин изготовил у себя дома и продал самодельное взрывное устройство общей массой более 900 граммов. Сотрудники ФСБ провели обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с многочисленными поражающими элементами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Решением Киевского районного суда Симферополя обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца.